Дорогие друзья, всем привет! Вы на канале Boston Auto. С вами Александр. Сегодня у нас очередная выдача. Выдаем вот такого вот красавца, КамАЗик, сельхозник. В гостях у нас сегодня Евгений. Евгений, скажите, откуда приехали? В Саратовской области, Самойловского района, в деревне. Для чего приобретаете такой автомобиль? Ну, для зерна, перевоза, сельского хозяйства. Надо. То есть вы занимаетесь непосредственно сельским хозяйством? Да, да. Понял. А как давно вообще ищете автомобиль? Да, буквально месяц. Месяц, да. Ну, Евгений, от себя лично, от нашей компании поздравляю вас с покупкой.